Привет, друзья! Вы на канале Экспериментатор. В последнее время я зачастил делать эксперименты с очень мощными петардами, поэтому сегодня мы решили добавить разнообразие и придумали удивительный эксперимент. Мы соберем своими руками электромагнитную пушку из магнетрона. Интересно? Тогда поехали! Недавно я уничтожил целую кучу разной техники. Ну, мне уже немного надоело делать это мощными петардами. И я придумал новый способ уничтожения техники. А что если собрать своими руками микроволновую пушку, которая будет уничтожать технику на расстоянии? Решено. Давайте ее соберем и испытаем. Для этого мне понадобится несколько штуковин. Вот такой мощный аккумулятор. Электрошокер, который мы уже много раз использовали в наших экспериментах. Микроволновая печь, небольшая ее часть, пара мотков фольги, стальная трубка и несколько разных штук, которые всегда лежат под рукой. Давайте приступать. Для начала я собрал из фольги пару вот таких отражателей. Они будут нужны, чтобы сконцентрировать поток излучения магнетрона. А после этого я подключил к ним сам магнетрон, который я экранировал с помощью фольги и закрепил на пушку. А его я снял с вот этой микроволновки. Ее я взял из той кучи техники, которую мы и так собирались взорвать. Теперь нужно подать напряжение к нашей пушке. Для этого нужно подсоединить к аккумулятору вот эти провода. Серый на плюс, а синий на минус. Осталось усилить мощность пушки. Для этого отлично подойдет электрошокер. Ах да, забыл сказать, что нашу пушку мы оснастили контроллером питания и подключили его к пушке вот здесь. Ведь без него она не будет работать. А чего еще не хватает этой пушке? Напишите в комменты. Только посмотрите, какое грозное оружие у нас получилось. Вам так не кажется? Тогда давайте посмотрим на него в действии. Но перед тем, как проверить эту пушку, нужно себя обезопасить. Сделаю себе костюм из фольги для защиты от моего оружия. Костюм готов, и у нас есть несколько испытаний для нового оружия. Давайте начнем с гироскутера. Я думаю, что с ним ничего не случится, поэтому я готов проверить это прямо на гироскутере. Поехали! Серьезно, что он пищит? Ух, ничего себе! Это было неожиданно. Я еле удержался на ногах. Гироскутер просто сошел с ума. Но я попробовал его перезагрузить, и похоже, что с ним все в порядке. Но теперь мне страшно на нем кататься. Вдруг там что-то сломалось, и он может неожиданно выключиться. Так, давайте попробуем эту пушку еще кое на чем. Потому что я еще не уверен в ее мощности. У меня есть вот такая камера. Если с ней что-то случится, то я не сильно расстроюсь. Потому что это именно она часто выключается прямо во время наших экспериментов и не записывает звук. Ну что ж, давайте проверим пушку на ней. Выключай! Вырубай, камера сгорела, по-моему! О нет, кажется, мы сломали камеру. Там что-то сгорело и пошел дым. Посмотрите, как она обгорела. Но карта памяти осталась целой. Давайте посмотрим, что она сняла, когда стреляла пушка. Да, похоже, у меня стало на одну камеру меньше. Придется искать ей замену. Что?
Капец! Вырубила свет! Капец! Не нажимай больше! Да все, я случайно! Блин! О, что случилось? Ничего не пойму. Я случайно нажал на шокер и выключился свет. Даже не знаю, куда была направлена пушка. С этой штукой нужно быть поаккуратнее. А то вдруг бы я попал в компьютер. Чтобы починить свет, нам пришлось вызывать электрика. Думаю, что на сегодня хватит экспериментов с магнетроном. Я же не хочу оставить свой район гармонии без света. А то и весь Ставропольский край. Так что давайте подведем итоги. Сегодня мы собрали и испытали уникальную электромагнитную пушку, которая может разобраться с любой техникой. Напишите в комменты, что бы вы сделали с этой пушкой. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите увидеть самые увлекательные эксперименты. Ах да, в этом ролике я спрятал несколько вот таких лампочек. Попробуйте найти их все, а ответ пишите в комменты. И не забудем поздравить победителей прошлого конкурса. И обязательно нажмите на колокольчик, ведь 287-е секретное правило экспериментатора говорит... вы и так это уже знаете. До новых встреч! Друзья, пока-пока.